Привет! Здрасте! Йоу! Мы преподаватели школы диджейнга и MC в Нарвском молодежном центре. Меня зовут Паша. А меня Даня. Сегодня мы вам расскажем о нашей технике, как она работает и что вообще на ней можно делать. Передо мной контроллер Pioneer XDJ R1. У меня Pioneer DDJ Ergo. Данный контроллер может работать без особого программного обеспечения на компьютерах. Он может проигрывать с помощью CD-дисков и USB-палки. Да, в моем же случае, чтобы пользоваться этим контроллером, мне нужен ноутбук. Раз, два, три. Поскольку мой контроллер независим от компьютера, сюда был встроен небольшой экранчик, на котором можно видеть время, темп, сколько ударов в минуту, название исполнителя и название самого трека. Есть некоторые эффекты, которые регулируются этим крючком. Переключение треков, кнопка Q-Play, джог, темповая палка и горячие точки. Что касается экранчика, на моем контроллере всю ту же информацию можно найти на экране моего ноутбука, а все эти кнопки, крутилки и прочие вещи, все то же самое. Контроллеры, в принципе, идентичны. Идентичны! Так и на этом контроллере есть по одному фильтру с каждой стороны. Здесь они, вот здесь и здесь, здесь вот этот и вот этот. Все, что они делают, это глушат низкие и высокие частоты. Вот так. Для хорошего сведения музыки нужно учитывать три вещи. Одинаковый темп треков, низкие частоты и отличное знание самих треков.